Всем огромнейший привет! Добрался в землянку. Сегодня будем продолжать строительство наше. В планах сделать пол, стены, начать копать яму под новую землянку. Не знаю, что из этого успеем. Надеюсь, все. Начал заносить уже стройматериал, доски, чтобы сэкономить ваше время. Погода сегодня шикарная, не шепчет, паутов нету. Это хорошо. Будем сейчас начинать строить. Сейчас занесу первым делом стройматериал. И потом уже будем колотить вместе с вами. Всем приятного просмотра. Красота на улице. Занес 8 досочек. Надеюсь, этого должно хватить, в принципе. На стены буду заносить попозже. Сейчас отдохнет плечо. Пока пол приколотим. Сейчас занесу еще бревнышки, 3 штуки. И на них уже будем колотить, прикручивать эти доски. Да уж, забрался в такую глушь, что никакая связь не ловит. Купил сим-карту другого оператора, может, думал, будет она ловить, но тоже не ловит. Может, попробую еще одну другую связь, третью уже купить. Сейчас еще надо будет проверить на втором этаже, на дереве у нас, в кошелечке, как будет ловить. Может, там поймает. Попробуем. Хотел еще сегодня сделать стол, то как-то без стола не очень удобно. Лавочка есть, вот это дерево поваленное, а стола нет. Посмотрим по оставшемуся времени, может, исколочу. В этот раз поехал, купил уже другую пилу. Здесь как бы большой зуб и разводка есть хорошая. С двухсторонней заточкой. Это не то, что та пила, которую в прошлый раз пилил. То и карандаши только, походу, точить. Сегодня продегустируем. Вроде бы как бы должна быть хорошая. Цена копеечная, 350 рублей всего лишь, но должна пилить неплохо. Не знаю, насколько ее хватит. Посмотрим. Сейчас отпилю бревна, на них уже буду стелить доски. 170 сантиметров вышло. В прошлом видео было много комментариев, что баню затопит, когда увидели, что стоит вода. Но, как видите, вся вода ушла. Глина, она, в принципе, себя хорошо впитывает. Тем более, последние года они засушливы. И думаю, что мокрее они особо не станут. Воды все меньше и меньше пресной. У родителей в колодце смотрю, все опускается и опускается уровень воды. Поэтому, думаю, все будет вполне нормально. Ну, конечно, посмотрим весной еще. Ну, я думаю, что все будет в порядке. Вот, занимаемся полом. Другое дело.
Небольшой перекус. Съем пару яичек. Время уже 12 часов, еще не завтракал. Пока доски таскал, некогда было. Перекусим и дальше за дело. Ваннушки. Все ровненько. Прикручиваем. Готово. Ну вот такой вот наипрекраснейший пол у нас получился. Конечно, не из евродоски, но для лесной баньки как раз само то. Сейчас займусь. Сейчас пообедаем сперва, а потом займусь уже обшивкой стен. Класс. На обед у нас пюрешечка с тушенкой. Всем приятного аппетита. Стол только немного высоковато сделал. А ладно, может потом отпилю немножко.
Решил я, друзья, стены обшивать в бане шифером вместо досок. Этот шифер я завозил, хотел делать крышу у землянки из шифера, но потом решил сделать из тента. И шифер остался. Вот думаю, что шиферные стены намного прослужат дольше в бане, так как там будет постоянная сырость, влага. В землянке такого не будет, там можно досками. Поэтому сейчас буду заносить шиферины, уже немного занес. Не близкий свет, конечно, это по 20 минут туда-обратно уходит по времени. Таскаю по две шиферины. Но я думаю, будет правильнее шифер сделать, раз тем более он есть. Сейчас буду заносить и потом уже начинать обшивать потихоньку. Посмотрим, если время останется еще. Ну как вам, друзья? Вот это обшивка так обшивка. Нам надолго хватит париться. Здесь как второй слой еще будет. И нормально будет. Красота. Возле печки только надо будет чем-то обшить, чтобы он не лопнул. Кирпичом поищу, постараюсь кирпичи завести еще. Не знаю еще где взять. И кирпичом обложу печь. Вокруг. Надо будет еще вторую стену там обложить и эту. Вообще нормально будет. Банька шикарная выйдет. Время уже 8 часов вечера. Сегодня очень много времени потерял на переноску стройматериала. Наверное, больше времени на это и ушло, чем на само строительство. Сейчас не знаю, сколько еще успею. Может, эту стенку доделать хотя бы. И уже нам будет собираться. Время уже 9 часов. Устал, что-то капец, как будто КамАЗ цемента разгрузил. Вроде сделал-то пол до стены, и то не доделал. Конечно, да, это таскание очень много времени и сил отнимает. Землянку так и не успел за это начать копать. Ну, в принципе, самое основное это уже сделано практически. Стены, потолок, все. Ну, стены почти доделаны. Остается межкомнатную вот эту дверь. Ой, межкомнатную стену. Дверь.
лесенку обшить, печку установить, полог, лавочки, окна еще надо сделать. Блин, что-то много сейчас набегает. Ну ничего, потихоньку сделаем. Куда нам торопиться-то? Главное, до зимы-то еще далеко. Под землянку тоже главное яму успеть выкопать. А там уже. Там уже и зимой можно делать. Так что вот так вот сегодня поработали. Сейчас буду собираться. Щели эти все я заделывать буду потом, позже, когда все доделаем уже. Будем тут финишную отделку столбы. Думаю, тоже можно чем-нибудь прикрыть, хотя можно и оставить. Щели эти маленькими шиферинами заделываю, может, чем-то еще другим. Посмотрим, еще надо будет доделывать. Сейчас основное сперва сделать, потом уже дальше будем доделывать. Ладно, все собрал. Прибрал. Буду выезжать до дома. Отдыхать. Так что ладно. Всем спасибо за просмотр, что составили компанию. Всем пока-пока.